Выставка карикатур на звезд российского шоу-бизнеса открылась в областном клубе журналистов. Авторы – люди самые разные и между собой, скорее всего, даже не знакомые. Все они сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Конкурс среди заключенных был объявлен в сентябре. К декабрю лучшие карикатуры были уже отобраны. В фаворитах у художников – Пугачева, Собчак, Боярский, Михайлов. Но у осужденных же есть время для просмотра телепередач. То есть они смотрят телевизор, слушают радио. И, в общем-то, я думаю, что все, что творится в мире шоу-бизнеса, они более-менее знают. Однако, судя по некоторым работам, за жизнью телевизионных знаменитостей ивановские заключенные следят весьма пристально. Кто-то, видимо, порадовался за стремительное отцовство Филиппа Киркорова и изобразил его с новорожденными детьми. Другой автор попытался выразить внутренние противоречия самой скандальной блондинки страны – Ксении Собчак. Очень много Ксении Собчак, которые, в принципе, в самых разных позах и нарисованы и в цвете и тому подобное. Но выглядит так, как будто человека попросили нарисовать, это заставили. А вот Боярский выглядит совершенно души похожим, нарисован карикатурно. Кто сумел соблюсти карикатурный жанр, а кто нет, оценивали ивановские журналисты. Автора рисунка, который наберет наибольшее количество голосов, обещают поощрить. Правда, сами мастера так и остались в тени своих звезд. Их имена не разглашались. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.